высшего образования Российской Федерации Яковлева Лариса Феофиловна. Концертмейстер Морозова Елена Евгеньевна. Детская музыкальная школа, городской округ, Электросталь. Тиманову Артему, преподаватель Шумакова Ольга Юрьевна. Одинцовская детская музыкальная школа, Одинцовский муниципальный район. Решетову Гордею, преподаватель Сидоренкова Софья Суреновна. Детская школа искусств, городской округ, Лосино-Петровский. Хамидову Фарину, преподаватель Готович Виктор Романович, концертмейстер Умериков Дмитрий Владимирович, детская школа искусств города Видное, Ленинский муниципальный район. Гольберг Марку, преподаватель Крайдуба Галина Михайловна, Одинцовская детская школа искусств классика, Одинцовский муниципальный район. Логинова Елизавете, преподаватель Шишкова Нина Константиновна, концертмейстер Корикова Елена Борисовна, детская школа искусств номер 3, городской округ Мытищи. Попихиной Ксении, преподаватель Семкина Ольга Дмитриевна, Большевяземская детская школа искусств, Одинцовский муниципальный район. Пойдютовой Анастасии, заслуженный работник культуры Московской области, Чубакова Татьяна Николаевна, Мытищинская детская музыкальная школа, городской округ Мытищи. Сорокиной Софьи, преподаватель Зелинская Елена Юрьевна, концертмейстер Зелинская Елена Юрьевна. Детская музыкальная школа номер 3, городской округ Серпухов. Гмызина Тимофею, преподаватель Котович Виктор Романович, концертмейстер Умериков Дмитрий Владимирович. Детская школа искусств города Видное, Ленинский муниципальный район. Анчугину Матвею, преподаватель Нигарян Илья Петрович, Дмитровская детская школа искусств, Дмитровский муниципальный район. Журавлевой Марии, преподаватель Алкачева Алла Афанасьевна, детская музыкальная школа, городской округ Дзержинский. Хромутину Илье, преподаватель Хромутин Антон Николаевич, концертмейстер Овчугова Лариса Георгиевна, центральная школа искусств «Гармония», Наро-Фоминский, городской округ. Мардеросу Михаилу, преподаватель Абраимов Владимир Михайлович, концертмейстер Мурадова Наталья Нарбертовна, детская духовая музыкальная школа номер 2, городской округ Балашиха. Иванилову Николаю, преподаватель Назар Юрий Викторович, детская музыкальная хоровая школа Алые паруса, городской округ Красногорск. Кузнецовой Екатерине, преподаватель, почетный работник общего образования Шукс Елена Геннадьевна, концертмейстер Зубарева Светлана Витальевна, Ногинская детская школа искусств, Богородский городской округ. Абазян Элизи, преподаватель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Егорова Людмила Михайловна, концертмейстер Кузьма Айман Гребитовна, Центральная детская школа искусств, городской округ Химки. Пахаревой Александре, преподаватель Смирнова Екатерина Александровна, детская школа искусств вдохновения, городской округ Дубна. Крастеевой Таисии, преподаватель Внукова Нелли Юрьевна, Жуковская детская школа искусств номер 2, городской округ Жуковский. Шантуриной Ольге, преподаватель Колганова Екатерина Сергеевна, Жуковская детская школа искусств номер 2, городской округ Жуковский. Нестеровой Софии, преподаватель Кушнирюк Светлана Александровна, детская художественная экспериментальная школа, городской округ Павловский Посад. Житковой Анне, преподаватель Глебова Елена Анатольевна, детская музыкальная школа номер 2, городской округ Балашиха. Фомичевой Арианне, преподаватели Ястребская Лариса Витальевна, Новикова Наталья Константиновна, Смакина Анна Николаевна, детская школа искусств номер 1, Сергиево-Посадский муниципальный район. Взноне Софии, преподаватель Лисовая Лариса Александровна, детская школа искусств номер 2, городской округ Люберцы. Павловой Яне, преподаватель Солодилова Альмира Шабуровна, Солодилов Ярослав Валерьевич, Филиппова Анна Александровна, детская школа искусств номер 2, Серпиво-Посадский муниципальный район, город Харьково. Помечеву Алексею, преподаватели Жиляева Татьяна Александровна, Горлов Олег Игоревич, школа искусств имени Кившенко, городской округ Серебряные Чуды.
Красниковой Анастасии, преподаватель Арбатова Ольга Анатольевна, Клинская детская школа искусств имени Петра Ильича Чайковского, городской округ Клин. Прежде чем Анастасии вручить последний диплом, хочу сказать, что это за диплом. Это фонд «Новые имена», фонд президентских грантов за подписью народного артиста России Дениса Мацуева. Когда в перерыве там давала интервью по телевидению, значит, мне спросили, ну вот как вы считаете, вот, какие ребята, кто из них, что? Я говорю, вы знаете, талантливы или нет? Я объяснил, это уже второй тур. Раз они уже здесь, они уже талантливы, они уже отмечены Богом, поэтому говорить о том, что кто это, талантливый или не талантливый, это бессмысленно, это все талантливые дети. Вот посмотрите, ну это просто. Это же просто красота такая. Просто круто. Я вас поздравляю, вы получили эти очень ценные дипломы. И надеюсь, дальше вы будете работать так же хорошо, как и до этого. Ну, вы знаете, вот жизнь такая штука, все время приходится делать выбор. Вся наша жизнь — это выбор. И, к сожалению, к счастью, не знаю, как это сказать, нам все равно нужно определить лучших ребят, но это слово «лучше» я бы его взял в кавычки, потому что, в принципе, вот Анна Федоровна очень хорошо здесь сказала уже до меня, вы все победители, все молодцы, и те, кто сейчас получит грамоты победителей, это еще ни о чем не говорит, им нужно дальше работать, потому что те, которые еще не получили, они будут вам дышать вдогонку, у них будет еще много шансов, наша грантовая программа трехлетняя, у вас будет еще много очень возможностей доказать, что вы достойны также этих призов. И, ну, наверное, это самое главное. Не расстраивайтесь, все у вас впереди. Мы будем все время с вами. Ну, а теперь я бы хотел назвать наших победителей. Значит, вначале я назову фамилии тех, кто, ну, скажем так, это, знаете, так, чтобы было понятно, те, кто взяли первое место. Потому что потом уже в конце скажу, кто взял гран-при. Значит, отмечены поощрительными стипендиями фонда «Новые имена». Журавлева Мария. Я сразу даю анкету нашу, которую вы должны обязательно заполнить, чтобы теперь мы вас взяли в нашу базу данных, а теперь мы с вами уже надолго. Оставайся, пожалуйста, в центре. Да? Молодец. Сорокина Софья. Иванилов Николай. Растинева Таисия. Вот. Ну а теперь уже те, кто стал обладателями гран-при, это те, кто стали уже стипендиатами фонда «Новые имена» по линии фонда президентских грантов, которые получат нашу разовую годовую стипендию, и самое главное, они получат бесплатную путевку в нашу легендарную творческую школу в Суздале. Илюшина Ксения. Логинова Елизавета. И от художников Фомичев Алексей. Наши герои, давайте им поаплодируем. И
поаплодируем всем остальным, которые также прекрасно себя зарекомендовали. Дорогие друзья, вам посчастливилось заниматься самым прекрасным на Земле – искусством. Это и есть самая большая награда. Конкурс – не только серьезное испытание, это прежде всего яркий, замечательный праздник. Новых высот –